Сообщи, где торгуют смертью. В Севастополе стартовала межведомственная антинаркотическая акция. Она проводится с 14 по 25 ноября по всей России. Основная задача данной акции – активизация работы с населением, а также получение дополнительной информации в сфере незаконного оборота наркотиков. В мероприятии примут участие сотрудники всех правоохранительных органов, а также местное самоуправление, общественные организации и специалисты в области профилактики наркомании. Сообщить о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно по телефонам дежурных частей Управления МВД России по Севастополю. Дежурная часть отдела МВД России по Нахимовскому району 652502. Дежурная часть отдела МВД России по Гагаринскому району 558477. Дежурная часть отдела МВД России по Ленинскому району 544181. Дежурная часть отдела МВД России по Балаклавскому району 632239. По вопросам реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц можно обратиться в Департамент труда и социальной защиты населения правительства Севастополя по телефону 244260. По вопросам оказания квалифицированной медицинской помощи, консультаций по лечению и реабилитации наркозависимых лиц в наркологическое отделение Севастопольской городской психиатрической больницы по телефону +7 978 972 67 90.